К новым рекордам белгородские спортсмены стали победителями и призерами первенства ЦФО по тяжелой атлетике. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 Виолетта Калугина, Владимир Гуркин и Степан Погребняк завоевали призовые места в разных дисциплинах. О победах репортаж Натальи Рединской. Максимальный вес, который поднимает Виолетта Калугина, более 60 килограммов. Сама девушка весит 48. На минувших соревнованиях она выступала после долгого перерыва в спорте. Из-за травмы спины на полтора года пришлось забыть о тренировках. Но подготовка и жажда победы сделали свое дело. На первенстве ЦФО Виолетта заняла первое место в рывке, в толчке и в сумме двоеборья. В моем потоке было 13 человек. Как бы соперничество чувствовалось, но я достойно выиграла. Чувствуется сила, мощь, как бы жесткость, мне это манит. Юниор Владимир Гуркин, весовая категория до 85 килограммов, занял первое место в рывке. В дисциплинах толчок и двоеборье завоевал бронзу. Юноша – студент спортфака БелГУ. Свое будущее связывает с тяжелой атлетикой. Когда я пришел, смотрел на ребят, да, как они со стороны поднимали штангу. Во-первых, это было красиво. Очень большие килограммы, следовательно, значит, они сильные. Мне тоже хотелось стать сильным, смотря на них. И я стал пробовать, у меня стало получаться. И я уже пришел к такому вот успеху, выполнил норматив мастера спорта. Степан Погребняк, весовая категория до 94 килограммов, стал третьим в рывке и в сумме двоеборья. Выступил не так, как хотелось. За 2 недели соревнований заболел, что оказало очень большое влияние на мое выступление. Первенство ЦФО по тяжелой атлетике проходило в Туле со 2 по 6 марта. Участвовали около 200 спортсменов в возрасте до 21 года. Белгородцы успешно преодолели все испытания. Показали хорошие результаты, достаточно, которые позволяют им в дальнейшем как бы прогрессировать. И Гуркин, и Погребняк уже были призерами юношеских соревнований. Сейчас они перешли, а это возрастная категория до 18 лет, а в этой данной категории еще мы призовых мест не занимали. Новый этап, к которому сейчас усиленно готовятся спортсмены – первенство России по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут в Старом Осколе с 27 марта по 3 апреля. Настрой только на победу. Наталья Рединская, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.